Эти кадры автохамства, наоборот, набирают популярность в интернете. Еще бы ситуация нетипичная. На объездной дороге Иркутск-Шелихов устроили гонки. При этом водители, не участвовавших в соревнованиях, не пропускали, а те, кто двигался по встречной полосе федеральной трассы, рисковали столкнуться с любителями погонять. Спецрота ГИБДД, прибывшая вскоре, остановила состязание. Участники гонок ссылаются на отсутствие в регионе специальной трассы. Хотя это все-таки не повод мешать остальным водителям. Видеодоказательства других случаев неуважения на дороге прямо сейчас. Известной пословице «поспешишь, людей насмешишь» посвящена сегодняшняя видеоподборка. Открывает ее водитель темного авто. Вот он врывается в кадр и тут же сам себя наказывает за спешку. Будь скорость машины поменьше, успел бы притормозить. Есть над чем подумать, пока авто будет в ремонте. Чудом избежала ремонта машина с регистратором, причем ее водитель ни в чем не виноват, двигался по правилам. А вот мужчина за рулем черной иномарки явно торопился. Сначала не уступил дорогу, выезжая на кольцо, а потом еще при перестроении создал помеху другому авто. Такая спешка вызывает больше возмущения, чем смеха. Возмущает вопиющее хамство и нарушение элементарных правил водителям темного авто. Дожидаться зеленого сигнала светофора показалось ему неприемлемым. Торопыга рванул на всех парах. Хорошо, хоть пешеходам дорогу уступил. А то трагедии было бы не избежать. Если и у вас есть яркие кадры с участием водителей и пешеходов, которым закон и правила не писаны, присылайте видео нам.